Так, друзья, приветствую вас. С вами Михаил. Продолжаем проходить Demon Souls. Так, поклонимся. В прошлой части я убил здесь босса в церкви. Вот, сейчас попробую взять, что здесь находится вообще. Ножик. Он, по-моему, какой-то магический. Ага. Где он тут? Вот он, да? У него бонусы ЕД. Только не знаю, что они обозначают. Но, в общем, с бонусами оружия ими я не пользуюсь. Вот, давайте сейчас снова. Сейчас нас бесы на крыльях куда-то доставят. Снова заставочка. И... прикольно сделали. Я даже не знаю, кто это такие. Это похоже каких-то на бесов, блин. С крыльями только. На ангелов точно они не похожи. Вот, будет у меня бесами. Так, сейчас они меня поставят, в общем. Оу. Я, кстати, ничего не делал. Опять геймпад. Он в правильную сторону показал, но все же. Так, кто тут умер? Ты разбился, что ли? Бабах, точно. Ладно. Так. Давно в нее не играл очень. Надо привыкать. О, отлично. Давайте. Душа демона. Кстати, мы можем же, да, вернуться и посмотреть, что нам за 18 тысяч дадут. По-моему, мы можем еще кое-что улучшить. Сейчас посмотрим. Ох, в нее надо, если играть, то играть упорно. И чтоб, как вам сказать, все исследовать. А видите, играет раз и в нее раз, наверное, в месяц, два раза в месяц получается. Ну, постараюсь последнее время почаще в нее играть. Так что вот. Ну что, покупочки. Так, он у нас что хорошо продает? Камни, лечилки, стрелы. И кольца, офигеть. 40-60. Ни на то, ни на то. У меня не хватит, да? Ну да ладно. Так. Теперь. Отыщем красную девицу нашу. Я ее не вижу сейчас. К сожалению. Так, вон кровавые пятна разбиваются вовсю тут. О, кстати, у меня же человечность. То есть я в облике человека, мне надо как-то с этим совладать, чтобы на следующем уровне было проще. Так, совсем забыл, что после босса нам дают человечность. Давайте сначала все посмотрим. О, по-моему, в прошлый раз ее не было, да? Или это он? Это он. Да, это он, точно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, души, кстати. Демонов у нас. Надо в следующей части почитать, что это за... чтобы зря не тратить. Что за магия, какую лучше взять. Вот. Что тут еще? Миракл. Yes, так, I понял. See. Что ты скажешь нам? Там еще ведьма должна присоединиться, по-моему.
Так, здесь нет ничего. Что? Ты этот друг опять начинает вот смотреть, если в бою бы такое было. Это было бы очень плохо. Притом с сильным соперником. Ладно. Ну-ка. Вроде сейчас нормально. Так, давайте все-таки души положим. Демонов, чтобы не истратить их. Депозит. Так, раз. А, это уже просто души. Ух, сколько у нас их много накопилось. Надо потратить, да? Так, где тут наша волшебница? Вот, по-моему, вверху она. Сейчас посмотрим. А, да. Вот она. Ее можно иногда найти вот по этой палочке. Огонь светится у нее. Вот только из-за этого. Потому что так не видно. О, кстати, хватает. Давайте придумаем, что набавить. А, я даже не знаю. Миракл. Магия. Магия, магия, магия. Потом. Вот этот поинтересней, да? Вроде как бы. Декстерити. А, нет, нам знаете, что надо? Нам надо... Ух ты, 30 у меня. Так. Магия. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Две, и тут две, да? Что улучшить? Магия. Power, power. Подождите. Dexterity 14. Знать бы еще. Давайте все-таки магию, наверное, сделаем. Или у нас что? Атака. Fire, Blast. Ну, это все. Против огня, против кровотечения. Давайте все-таки вот сделаем, добавим к магии немножко. Вот. Окей. Так, а интересно, сколько у нас будут... как там? Все подзабыл. Душа, сколько вот она это дает? У нас же так-то много их, но я думаю, 18 тысяч-то не будет, точно. Не будем тогда тратить. Не будем. Что дальше? Дальше. Так, друг. Посмотрим. Так. 6 надо, у нас 3, да? Ладно. Щитом. То же самое почти. Кстати, Shard of Hearthstone, он же продается. Давайте мы его купим. Не у тебя. Сейчас, если я не ошибаюсь. Вот здесь вот. Кстати, можно ящерок еще позабивать. Получится, надеюсь. Сейчас это все у нас, когда босса убиваешь, снова они появляются. Вот. Можно их по-новому. Сейчас посмотрим. Если ящерка появилась, значит... Значит, все нормально. Ну? Окей. Кстати, кольцо. Кольцо тумана стоит. Это мы... Что это у меня? Так, 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 так. Надо кольца поизучать. Я почему-то не делаю, к сожалению, этого. Вот здесь должна ящерка быть. Нет, ее тут нет. Ладно. Во втором мире 100% есть. Так, давайте посмотрим.
Shard of Hearthstone. Так, подожди, подожди, подожди. Давай мы. Нет. Нет, 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 нет. А сколько ты даешь? Мало. Так. 800. По-моему, вот это, да? О, у нас даже не будет их. Ладно. Тихо. Сколько ты даешь? 1000. Ну да, немного. Одну хватит. Сейчас посмотрим. Щит хочу улучшить. Он так у меня такой крутой. Здесь не хватало еще умирать, да? Здорово. Так. Щит. А, даже 8 надо. Ладно. Немножко не так. А сколько у нас будет? 64. Неплохо. А сейчас 62, да? Или вот это вот. Или это мы обратно делаем, да, его? Да. Night Shields просто нет. Не пойдет. Ага. Психологические атаки. Физические атаки. 84. Так. Я вообще мало что разбираюсь. Я знаю, что нам надо прокачивать вот это, где 64. Это у нас в общем, сильнее удар держим. Так, и все, по-моему. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Давай-давай. Ход нам сюда, да? Оп. Так. Сколько там? Давайте. Косарь, да? Две надо взять. Я уже так беру. Думал, поменьше надо. Ну ладно. Хотя можно 3 взять. Посмотрим. Ой, блёха, муха. Ух, не разбейся только. Опять. Так, это можно себе позволить. Жизни тратить. Ну что, готов? Кстати, что это у меня? А, это ремонт, по-моему. Так. Это что? Угу. Вот это все-таки можем, да, прокачать? Она с какими-то эффектами интересными. Ладно. Так. Вот это вот меня интересует. Это мы не прокачаем уже, к сожалению. Лук. А, лук. Мы еще можем лук потом прокачать. Тоже неплохо. Только надо больше взять. Don't waste my time. Так, не трать, говорит, мое время, да? Давайте. Оп. 2000 всего-то. Я думал, она вообще 1008 дает, если честно. Так, щит. Ух ты, детка, давай. Оп. Что она дала нам? Shard of Hearthstone. Смотрите, мы еще можем его прокачать. Да, я его еще прокачаю. Оказывается, можно? Я думал, уже все. Давай, давай, давай. Так, 7 штук нам минимум надо. Тогда делаем так. Оп. Оп. Вот так вот душу босса можно использовать нечаянно. Оп. Давай.
смотрите, уже, в принципе, 8000, да? И истратили мы. Оказывается, потихоньку. Сколько нам надо? 15 можем, смотрите. 15. Давайте 15, так 15. Так. Давайте посмотрим, что у нас там еще осталось. Ух ты, их 7 штук, да? Их лучше положить, наверное. Так, и тебе мы положим. Подождите, я же 2 их нажал. А это сколько у нас? 400. Вау, все, да? Ну что, продашь еще? Так, 2000. Сейчас проверим. Тихо. Не шали. Ух ты. Ловкий стал с этим костюмом. Так, ну что? Щит. Сколько у нас? Подождите, а почему он это не улучшает? Не-не-не, подождите, мне охота посмотреть. И было же 67, да? А, нет. Было 64. Так, лук. О, лук, смотрите, какой выбор. Бабам. Я, правда, не знаю, чем они отличаются. Ладно, разберемся. Давайте сначала щит сделаем. И он, наверное, придет... А, нет, плюс 6 еще можем. Неплохо. Так, подожди. Давай. Вот, типа, как-то так. Давай. Оп. Дальше. Блин, даже не думал, что столько прокачаю его. Так, неплохо. 69, да, у нас что? И уже не хватает, да? Смотрите, я его могу сейчас полностью прокачать, это будет классно. Кстати, там какие-то еще темный щит. Тут 57. Чем он отличается, я, конечно, не понимаю. Dark Knight Shield. Чем он отличается? 57-71. Как бы, думаю, наверное, 71 сделать, да? Так. Сколько мне еще надо? 4 штучки, да? Мне, наверное, не хватит. К сожалению. Ладно. Четыре у меня хватит только на 3. Оп. Ну, если вот как-нибудь так. Кстати, у меня магия даже нет. А что, я больше ничего не взял, что ли? Хреново. Ух ты! Тихо, парни. Давай. Вау. Где тут друзья? Сейчас с ними разберемся. Окей. О, за них даю 4 всего. Ладно.
Я думал, интереснее будет. Все. Тут, по-моему, должен огненный быть. Огненный клоун. Где он? А, опять друзья. О, собаки! А-а-а. Черт побери. Где они? Тихо, тихо, псины. Фух. Так, вроде как... О, не заметил. Прокачан. Просто уж, чтобы не возвращаться, добивать до конца. Вот он. Привет, друг. Тратим лечилочку. Окей. Вот так вот. Еще и две лечилочки дал, да? Молодец. В общем, тут нас ждет друг. Вот так вот. Все, можно бежать. Мы у нас все, да? А, даже сейчас, по-моему, у нас не получится. Щит там. Там надо еще немножко. Здесь, друг. Вау. Двое даже. Так. Копейки дают, копейки. Ладно. Мы сделаем... Да. Иди сюда, мой белый хлеб. Что ты? Вот так вот. Кто кого, да? Все, покедово. Вот так, все, хватит. Пофигу, он там ничего хорошего, наверное, не дал. Не полезу уже. Так, ну. Сейчас щиток прокачаем. Потом тогда мне надо такой же будет щит, чтобы его в другом направлении прокачать. Мне просто очень интересно. Там у нас... О, успеем. Давай, давай. Успели. Чтоб камнями-то сверху не накрыло. Так, давай, 4. Оп. 4. Ох, я прокачаю себя. Жаль тут, конечно. О. Еще нельзя костюмы прокачивать. Можно, в принципе, пока вот так вот сделать. И что мы имеем? Тебя мы не прокачаем. Вот тоже большой выбор. 60. Вот. Он вдаль стреляет, да? Это... Так, это у нас получается плюс 4 будет. Ладно, фиг с тобой. Щит. Щит рыцаря, да, по-моему, Кнайт? Угу. У нас сейчас 71. И тут... Я вот это не понимаю, 38, это что у нас такое? Если вот я его прокачаю, там обратно уже не вернуться, по-моему. А у нас 30. Это, по-моему, против магии. Если я не ошибаюсь. Так, это что у меня? Тебя я прокачивать не буду. Хотя сколько он прокачивается? 10, да? Он слабенький. Что у меня еще есть? Пошел он.
Нет, 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 нет. Что мы боимся-то? Я просто, если его прокачаю здесь, плюс. Ну давайте сделаем его так пока. Что у нас? Плюс 8, да, будет. Мощный будет щит-то. И, кстати, легкий. Все, я рад. Тихо. У нас тут уже время, наверное, прошло, да? Да, 25 минут. Мы сегодня чисто прокачку устроили. Еще сейчас не только это сделаем, а поищем. Ой, ящерк. Ящерк поищем. И все, скорее всего. Так, подруга. Давайте вот сюда. Подождите, а что у нас? Магии мало, да? Так. Do you have... У этого покупать. Демон. Драконий демон. Да блин. Антимагик. Интересные магии, конечно. Знать бы еще для чего они. Ладно, yes, пока не будем использовать их. Надо почитать, что магия отвечает. А почему у нас их только две? Две. Мы не раскачали вообще ее, да? Ладно. Нам еще надо... О, надо убиться. Ну, в принципе, если мы тут умрем, ничего страшного же нет. Или все-таки есть. Ну, не думаю, что мы тут умрем. А, смотрите, ящерки тут нет. Странно, странно. Ну-ка, 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 ну-ка. Че ты тут возникаешь? Бежали? А, давай, давай. Вот если бы это попало. Попало бы. Так, рубим его. Давай, давай. А бэкстрим можно? Можно. Ух ты, попал, красавчик. Все, пошел отсюда. Так, и теперь. Делаем так. И катимся. Вот здесь они должны быть две. Поймать бы еще. Вот так, по-моему, да? А нет тут никого вообще. Хо-хо-хо. Жесть. Короче, ладно. Перемещаемся. Мы будем вот так вот. С амулетом. Так, Nexus. Вот так как-то нам сейчас надо тогда брать. Брать и убиться. Брать лишнее. Лишнее это будут камни. Вот эти вот. Оп. Потом с оружием. Детский ножик, бэби. В общем, как-то так. С этим. Сколько он у нас весит, кстати? Он же тоже весит. Этот тоже уберу. Ух ты. А ты-то откуда взялся? Этот тоже уберу.
наверное, тоже. О, нифига у меня стрел тут. И вы знаете, мне кажется, мне надо тут помощнее. Так. Сними его. Вот так-то он с ним быстро, да? Воу. Так. Давайте все снимем. Голышом. Hello, I'm keeping. И не то. Шлем. Кстати, мы там, если найдем тяжелый шлем, мы уже не сможем его взять. Так что, наверное, я, знаете, я не буду этот пока шлем брать. Точно. Точно. Так, смотрим. Ну. Делаем. Сколько у нас? А, где тут? Где тут написано, сколько мы можем нести? 120, у нас 52 заполнено только. Нормально. Потом... Ладно. Давайте, а может, еще что-нибудь выкинем. Так. С оружием. Подождите, у нас... Каталисты, катаклисты, или как они? Их как-то многовато тут. Вот так вот. Хотя, наверное, они нам тоже не нужны. 119. Болты точно не нужны. С этим. Ну все вроде. Окей. Теперь пойдемте. Сделаем себе харакич. Потому что на следующем уровне надо, ого-го, не умирать. А если мы умрем в телесном виде, то сложнее будет проходить. Довольно сложно, я думаю. Вот и... Уа! Потом уже можно, когда... Бабам! Пройдем этот уровень. Сколько там, 4-2, по-моему, то можно в нем полазить, даже чтоб тенденция черная была, в общем. Так, там у нас остались души. Мы возьмем их. Тихо, тихо, не падай. По-моему, 1100 душ, да? Давай. Вот она. Окей, 1166, почти угадал. Оп. Я думаю, падать мы не разобьемся уже тут. Теперь, так, сколько у нас тут? Давайте приготовимся. Костюмчик ассасина. Как бы вроде все, да? Что-то еще я хотел. Кольцо. О, вот это, по-моему. Ага. Так, и сколько? 33 минуты. Вроде ничего не делали, а времени ушло. Ну что ж, друзья. Спасибо всем, кто меня смотрел. На этот раз мы серию заканчиваем. Смотрите, будет дальше еще интересней. Всем спасибо, друзья. Всем пока.